В Хангаласском Улусе изображения победителей профессиональных конкурсов вывесили на баннерах. Начиная с этого года район усиленно взялся за борьбу с безработицей. Было объявлено о трехлетии труда и самозанятости населения. В связи с этим были проведены конкурсы среди сварщиков, медсестер и почтальонов. Победители получили денежные вознаграждения от главы Улуса, а также возможность украсить собой улицы Покровска. Впереди проведение следующих профессиональных конкурсов. Помимо всего прочего, еще один баннер будет посвящен Варваре Устиновой, начальнику Хангаласского лесничества, которое весной этого года было присвоено звание Герой труда Российской Федерации.